появились промофото и описание 40-й серии «Зимородка». Халис Ага, который намерен открыть новый магазин в Мармарисе, посылает Ферита и Каю для исполнения этой задачи по просьбе Нукет. Сейран, Суна, Асуман и Обидин также входят в этот план. Вся команда отправляется в Мармарис. Нукет пытается справиться с Кизымом в особняке, но требования Кизыма растут с каждым днем. Архан стал безразличен ко всему. Единственное, что хорошо для него, это когда он проводит время с Дилджи. Ферит, которого беспокоит действие Сейран в Мармарисе, пытается сдерживать ее. Суна высказывает все Обидину. Сюрприз Каи приводит Сейран и Ферита к разногласиям. Все мы видели во фрагменте, как Сейран приходит СМС о том, что она поступила. Сейран подумает, что это рук дело Кая, и из-за этого обнимет его, но на самом деле это был сюрприз Ферита. Это он сделал, чтобы она поступила в университет. Может быть, даже он из-за этого так взбесился в этот момент.